Я уже оделась. Я сегодня не накрашенная. Ну как, губки накрасил, тон нанесла. Глаза неохота было красить. Мы сейчас поедем в Алькампу. Нужно обувь отвезти в ремонт кое-какую. Вот. А белье я все еще не разложила. Да-да. Такая вот я лодырь. Вот, потом поеду там, зайду в этот магазин новый с вкусняшками-то. Сухофрукты. Вот. Но это уже пешкар, сама оттуда вернусь. Кроссовки хочу вот эти надеть. Пешкарсом вернусь, Чарли потом погуляю вечером. Мне его, конечно, очень жалко. Ну, что-то мы сегодня протелились, и времени на выгулку нет. Потому что я хочу, чтобы меня муж отвез туда, в Алькампу. Оттуда я уже пешком сама дойду. И вот он меня стоит, ждет. Так, ключи я уже присоединила. Очки, надо взять очки. Сегодня солнечно. Вообще, мне, по-моему, очки надо уже прикупить новые. Что-то как-то у меня с ними. Я люблю, чтобы у меня было много очков. А у меня их тут не очень уже. Так вот, они мне все разбросаны, но половину уже повыбрасывала, знаете. Потому что все уже никакие. Вот какие надеть. Вот эти тоже ему надо выбросить. Они, видите, вот уже в последний путь, как говорится. Ладно, надену эти. В общем, такие вот у нас планы на сегодня. Обувь отвезти. Укладку даже сделала, представляете? У меня вот эта сторона как быстро языком лежит. Вот так все приплюснуто. Поэтому нужно все поднимать, чтобы все стояло. Ой, не могу. Так как голову каждый день мою, можно и гель нанести. Воск, гель вообще классная штука. Если хотите, я вам потом покажу. Может быть, у вас тоже продается. Так что пишите в комментариях, хотите ли увидеть, как я укладку делаю на супер длинный волос. Тима, я сладкая радость. На тебе печеньку с горя. Не будет, видите, все. Обиделся. Ну, я тебе вот тут оставлю. Слопает. В Алькампу, короче, грибы. Евро. Дос унидадос. Рубль 56. Два штуки. Взять, что ли? Дешево, сердито. Они, наверное, с прошлой недели остались. В общем, второй вот такой штука за 70% скидки. Смотри, сколько всего фруктов привезли, овощей. Вообще, мне я хотела за фруктами пойти. Ой, обожаю вот это вот 500 грамм. Надо посвежее найти. Так, я за фруктами каким-нибудь хочу посмотреть, быстренько так пробежаться. А яблоки мои любимые нету. Я люблю яблоки сладкие. Я вообще люблю все сладкое. Вы уже, наверное, знаете. Поэтому надо мандаринчиков взять. Они у нас почти 2 евро. Что-то какие-то не очень, что ли, или ничего. Уж не знаю. Хорошо так утром. Народу никого нету. Девушки, деревца зеленые. А вот мои любимые яблоки. Что-то они в последний раз не... Ой, как пахнет, это пипец какой-то. Из одного запаха беру. Сейчас пойду набирать. Набираю мандарины, кстати, почти во всех. Не почти, везде можно посмотреть. Вот такие вот есть эти штуки. И можно посмотреть, откуда... фрукты. Вот эти, например, с Валенсии. Валенсия — это такая зона, в которых много очень апельсинов и мандаринов. Всегда можно посмотреть, откуда. Хватит, не хватит. Можно потом же еще приехать. Вообще, мандаринчики вместо семечек у меня. Так, пойдем взвешивать. Яблочки взяла. Мандаринчики.
Это я сейчас все у мужа оставлю в машине. Потом он домой отвезет. Твою мать, чуть не мандыкнулась. Клубника, что-то мне она как-то... Это клубника. Блин, а пахнет как... Офигеть можно. Клубника у нас 2,29 полкило. Вместе со сливками рядом продается. Не отходя от кассы, как говорится. Новые вот, придите, все привезли. Разгружают. Пакетики вот такие забыла дома. А вот еще это, наверное, вообще вкуснее. 400. Боже, какой запах стоит. Вы просто не офигеете. Может взять? Тоже из одного запаха. Ой, вот это, помню, вкусно в прошлом году было. Возьму, наверное, попробовать. Ну, не попробовать, что ее пробовать-то? Я думаю, что хватит. Может быть, бананчиков взять? Возьму бананчиков каких-нибудь. С колумбийских. Колумбийских, с Колумбии. Все, пошла взвешивать. И за кофе пойду, зайду. Слушайте, арбуз стоит 59 центов, как летом. Цена, как летом, прикиньте. Офигеть. Я просто не верю своим глазам. Такая же цена, как летом, 60 копеек килограмм. Ну, что-то выбора никакого нету. Вот так бы я съела. А дыня евро 19. Ну, в принципе, тоже как летом. Но что-то дыню мне неохота очень. А... Или охота. Нет, неохота. О, я люблю вот эту дыню. Но они почему-то замурованные. Замурованные. Блин, так понюхать охота. Сейчас понюхаю. Потому что я обожаю, как пахнут вот эти дыни. Чем-чем, откройте. Они ничем не пахнут. Значит, они невкусные. Я уже неоднократно повторяла, что в воскресенье рыбаки отдыхают, и по понедельникам рыбы нет. И вся рыба, которая продается здесь, она либо не очень свежая, либо привезенная оттуда, то есть не отсюда. А так рыбы нет. По понедельникам вообще не советую в Испании ходить по кафешкам, где подают рыбу. В рестораны, где подают рыбу, потому что она будет не свежая, либо замороженная. И покупать по понедельникам рыбу свежую тоже не рекомендую, потому что она не будет не свежая. А куда я иду? А за кофе. А где кофе? Ну, даже не кофе, а кофейный напиток мой. Я уже нагулялась. И вот, кстати, меня спрашивали, где я покупаю стевию и чай развесной. Это вот такой магазин специальный для чая и для кофе развесного. Вот там-то я и беру, видите, кофе и чай, и все на свете, и народу уйму. Я приду в другое время. Я очень не люблю стоять в очереди и ждать. Очень не люблю. Предпочту вернуться еще раз, чем просто стоять и ждать своей очереди. Ну, пахнет там просто обалденно кофе. Я кофе не особо любитель, но пахнет просто обалденно. В общем, иду домой, захожу в магазины, просматриваю, вдруг что понравится. Хотя уже скоро весна, точнее уже весна, потому что тепло на улице. И что-то покупать уже нет особого смысла, но посмотреть, зайти, почему бы и нет. Да? Я уже дома, вот что я купила, и все это по рубль 50. Вернее, вот эти две воды, две за рубль 50 должно быть. Сейчас посмотрим. Да, вот, поэтому вот чай такой взяла, эко, с ибискосом каким-то, не знаю, вот поставила чайник. Чтобы попробовать. Мармелад. Не знаю, тот ли, который мне нравится. Мягкий, не мягкий. Манго сушеное. Очень понравилось. И вот такой микс. Это вообще суперский. Без всего-всего до всего. И прям вот вместо конфеток. Ну и шнурки взяла.
общем, хочу попробовать. Ой, я вас долбанула. Хочу попробовать мармелад. Мягкий, не мягкий. А то здесь, знаете, продается такой не мармелад, а жевательный конфет. Я такой не люблю. Это большие. Мармелад. Люблю мармелад. Он там разный. Раньше здесь его не могла найти. Все, что не покупала, было жевательные конфеты. А жевательные конфеты я не люблю. Вкусняшка. И манго тоже очень вкусное. Сушеное. В общем, чайник вскипел. Сейчас попробую чай. Только стевию-то я так и не купила. Забыла совсем про нее. Да я и ушла уже из того, той зоны далеко. Такая огромная коробка. Настолько маленькая. Там у нас 12 пирамидок. Пахнет вкусно. Чуть за ебискус какой-то. Какой-то ебискус. Что за ебискус, не знаю. Переводчик умерла, тоже ебискус выходит. Не ебискус. В общем, вы поняли. Да. Куда столько чаю? Блин, сахар придется пить, а что делать? Ну, может, добавлю чуть-чуть обычного сахара. Пахнет не пойму чем. Сейчас буду делать суп-пюре из кабачка. Кабачок. В общем, какие овощи есть, такие и перемолю. Морковка. В общем, я его слепила из того, что было. А потом, что было. Нормально. Кстати, вот эта вода с алоэ вера, оно действительно с алоэ вера, потому что оно хранится в холодильнике. Это вот с вкусом кокоса, и там прям плавает алоэ. И арбузное, очень вкусное. В общем, буду готовить и покажу вам конечный результат. Так, все накидала, сейчас я это все перемолю и поставлю там же вариться. Очень удобно, кстати. Мой робот. Потом добавлю спиннер. Теперь немного водички добавим. И минут на 20, наверное, 30 поставлю вариться. Потому что она же перемолотые овощи. На 20 минут ставим. Вот так. На 20 минут. Сейчас они уже вышли с этими. Ну, как это, как телефоны. Мой-то. А мне, знаешь, и стоит на 100 евро дороже. А мне оно это надо. Поставлю пока на 130. И все, будет вариться. Там же. А я пока ебискуп свой буду пить. Кстати, попробую сейчас при вас. Блин, каркаде галимое. Ебискус, это, наверное, каркаде. Я так поняла. Кислый. А это ребенок. Подумал, что это собака. Боет, а это ребенок. Вот такой суп-пюре получился. Я уже тут селедочки себе наложила без шубы. Сейчас супчика налью. И всем приятного аппетита. Надеюсь, получился вкусный. А что ему невкусным-то получаться? Правильно? Ням-ням. На ужин у меня будет клубника. Она нереально вкусная. Именно вот это вот.
Фирма. Где какая фирма-то? Фирма веников не вяжет. Короче, я выбросила. Но она обалденная. Здесь даже написано, что она самая вкусная. Она правда вкусная. Я когда попробовала, чуть не офигела. Прям мало того, что она пахнет клубникой, так она еще и на вкус, прям, знаете, как у нас в деревне раньше была вообще. Вот. Ну, конечно, не без одной гнилой. Не... Одна попалась гнилая. Вот. Сейчас кое-что тут разберу. У меня тут не особо много посуды, поэтому все быстренько закончу. Что-то я устала сегодня. Я сегодня, знаете, сколько находила? Вот сколько. Да. В общем, 25 750 шагов. А нормально так походил, да? Поэтому все болит. Так, она у нас еще есть. Так что все, будем с вами встречаться завтра. Продуктивной вам рабочей недели. И всем пока-пока.